Второклассник Виктор Новоселов спас тонущего 4-летнего малыша. Мальчик вместе с друзьями играл во дворе соседского дома. Когда они увидели, что малыш провалился в болотистый водоем, все, кроме Вити, побежали звать на помощь. Школьник бросился к водоему и тянул тонущего ребенка, чтобы тот не захлебнулся. Сегодня по этому случаю состоялась пресс-конференция в городском управлении по ЧС. Во время нее мальчик рассказал, как все было, и отметил, что помогать друг другу должны все люди. Со слов Вити Новоселова стало известно, что 4-летний малыш, играя, упал в болото, которое частично расположено в огороде одного из домов. Ребенка затянуло в трясину, и если бы не смелый и обдуманный поступок 8-летнего школьника, возможно, это происшествие приняло бы печальный оборот. Представители управления по ЧС города Семей сообщили, что сейчас готовятся документы, чтобы наградить маленького героя, а в ближайшее время его официально пригласят в школу юного спасателя. Во время пресс-конференции родителям Виктора Новоселова выразили благодарность и призвали других быть более внимательными со своими детьми. Все должны спасать этого мальчика. Нельзя просто так бежать и звать на помощь. Это так нельзя. Он может еще быстрее захлебнуться и все. И надо его сразу тянуть и не бежать никуда.